семейный дом и землю за... мог купить за сколько? За 185. Я хотел... вот здесь? У меня не было в тот момент 185. У меня не было кредита в тот момент. Я должен был с кем-то купить. Я с одним доктором хотел купить, он боялся. Вот за партнер, ага. Все люди находят все причины, почему не купить. Найди мне одну причину, чтобы купить. И сделай. Всю мою жизнь, с кем я не хотел, кому я родственникам старался помочь, давай я куплю, я заплачу, задаток, ты траву коси. Не хочешь траву косить, аренду получишь, наймешь мальчика, он тебе покосит траву. А, боятся, уходят. Родственники, прямые родственники, знаешь, близкие родственники. А, наша семья, половина, я был 6 мальчиков, 6 девочек. 7 мальчиков, на самом деле, один в России, и это, что хотел сказать, половина из нас миллионеры, а другая половина от недели до недели. Ну да, да, да. А другая... From paycheck to paycheck. Мы не можем, миллионеры не можем помочь другим, не можем, не можем, они никак... Потому что не хотят люди, не хотят. Боятся, да? Боятся, что ты... Потому что здесь это один участок у меня. Но уже взял, уже, окей. Это мой, мое, да, сейчас, да, да. Это мое. Здесь у меня еще один... Даже, но, Василий, you have to be, meaning, like, with COVID, you have to be careful, maybe you have to wait for a little bit to organize that food spot, you know what I mean? О, я не согласен. Даже если аренды нету, what are you gonna worry about? Да, я здесь был давно, последний раз именно. Это вот это downtown Наяк, да? Вон, видишь, высокий дом? Да. Это мой, я построил за 180 тысяч. Вот это справа? Самый высокий дом. Да. Там крыша высокая. 185 тысяч. Это вот этот тот самый, да, вот который... О котором я говорил. Unbelievable. Everything is unbelievable, да? Окей. Так что... Прикольный. А, тут парковка есть. В воскресенье, наверное, нормально. Без метров. Ух ты какой! 185 тысяч. 90 окон. Некоторые мои окна стоили по 6 тысяч окно. Я их, конечно, за 2 тысячи купил, но... Удивить.